Андрей, ну что? Собрались. Путь нелегкий. Как будто мы этот, крестовый поход. Крестовый поход. Да. Покажись, как ты выглядишь. Вот, закупился на маркете по шелковому пути, там казахи мне продали. Я им понтами заплатил, как они любят. Лучше быть с другом, чем... А нет. Лучше иметь друга, чем друг друга. О, тут есть, смотри, какой есть. Тут есть и Starbucks, пожалуйста. Тут есть и кассу можно обменять. Касса есть? Касса? Касса. Нам депачес надо, да? Смотри, вот, видишь? Recycle, да? Смотри. Ну что, мы прошли регистрацию. Вроде все нормально. Сейчас идем на посадку. Кушать кофе и пить еду. Что, друзья, мы все прошли. Сейчас находимся на... Мы в мире duty free. Типа, вот... Ладно, Андрей, расскажи, что ты нашел? Вот это вода Джейн Смита. Всем насрать. Все, давайте, там увидеть. Куда идем? Мы идем с пятачком, большой-большой. Да, мы идем в бизнес-класс. Так, пьем. Жена. Two hours later. У нас погода, город. А где мы, ты скажи? Мы в Санкт-Петербурге. Все, окей. В жалких просто попытках найти сумку Джасика, которую он купил, приобрел буквально 8 часов назад. Опа, все, уже я нашел. Я вот вспомнил, видишь, какая тебе память. Ну что, Питер, пойдем гулять. Питер зовет. И закрывай камеру. Сюда, сюда. Погнали. Одно из достопримечательностей. Город просто сказка. Посмотрите, ну это же просто Питер. Это же просто красота. Время 5 утра, мы идем за продовольственными не продуктами. Говори, не говори. Город, ну то, что Лондон, у нас все спят уже. Вот красная вывеска. Ну что, мы продолжаем наш влог. Мы сейчас разместились в гостиничке. Кровати раздельные у нас, сразу говорю. Андрей, помаши, привет. Спокойной ночи. Продолжаем видеоблог, мы готовы к первому дню в Питере. А, да не говорите, ребят. Блин, я какие надел. Мне кажется, просто в этом отеле. Спасибо. Это я пукнул, сифанул. В отеле все, мне кажется, думают, что мы немножечко, ну, латентные гомосеки, но так как у меня сегодня... 20 лет. 20 лет. Можно признаться. И меня только что, меня отшили снова только что девушка. Кстати, вот девушки вот отшивайте, а потом это, гейм хочется стать. Эту куртку поднять. Уронил. Ты ее наденешь все равно. Зачем тебе ее поднимать? Продолжаем влог. Андрей. Я приехал на улицу Санкт-Петербурга. Культурная столица и мусорит, понимаете? Жвачки раскидывают. Что поделать? Смотрите, ты как себя чувствуешь? Как? Что в руках? Телефон. Как так, вот мы стоим. Мы стоим очень дружной компанией. Так тепло, так уютно, а вино греет. А, вот водитель... а где стоим-то? А мы водителя греем. В ресторане у Аркадия Новикова так-то. Сыроварня. Мы как, вам понравилась еда? Да, было. Что ты ела? Суп. Не говори, никому не интересно. Ты что ел? Медальон. Всем настроить. А я ел гречку. Делай, рассказывай. Это Марк. Сейчас он появится Инстаграм вот здесь вот. Ну тут вот давай Инстаграм по-любому. Вон мы начинающая модель. Ты можешь блог сделать, ты понимаешь? Да, мы уже много начали. Жасик. Настя, она пьет чаек, потому что почему? Потому что я за рулем. Она за рулем, за ЗОЖ она. Если бы руля не было, она бы не за ЗОЖ. Смотрите, над ними даже ангельские юнити светятся. Огоньки. Да, надо мной юнити. Скажи лучше. Вау, мама, я в блоге. Да? За тебя, за Жасика. За маму, за папу. За маму. Вот они, взрослые подарки. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге. Смотрите, что я сейчас... Я сейчас достану кое-что, и вы поставите лайк потом под это видео. Если идешь по дороге, ты сейчас собьешь.
Мне хорошо, мне тепло. Смотрите, с друзьями, смотрите. Кириллыч, вот Кириллыч, Кириллыч, здорово. Настя, здорово. Здорово. Что, давай? Давай. Вот Марк, друг детства, друг детства. Вот. Давай, 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 давай. Это было неожиданно. Иди, иди а теперь. Не видно, не иди? Ладно, все, никуда не идем. Останься с нами, пожалуйста. Андрюшка ставит свечи. Покупать, кидаешь донейшн сюда и берешь свечку. Андрей, Андрейченко, Андрей. Мы в Смольном соборе. Здесь так. Марк. Скажи пару слов для блога, пожалуйста. Пара слов. Мы с самого аэропорта с Лондона снимали. Это вписывается в рамки влога. Опа-на, мне принесли ням-ням. Ну-ну-ну-ну. Говорим, не молчим. И мы пьем чачу, и мы... Чачу, как? Давай, брат, а. Давай. Слушай, ну это стиль. Это гэнг. Ну что, третий вот день в Санкт-Петербурге? Не, второй день в Питере, так сказать. В Ленинграде. К нам присоединился Гоша. Гоша, цель визита в Санкт-Петербург? С Андреем встретиться, конечно же. С Нет, а основная встреча. Кальянная выставка. А, спасибо. Хука, твой любимый кальян, который вот... Вука? Вука, окей. Любимый табак? Андрюш. Запах, вкус? Пусть будет персик. Персик. Это из Ака. Идет снег. Вот мы в Питере, смотрите, соответствуем ихней моде. Ивонная. Ихняя. Нова. Ничего не знаю, а у меня лифт удаст студак. Угу. Ты зачем с собой стюдент один взял? Чтобы не потерять. Так. Наоборот, нужно дома оставлять, чтобы... Продолжаем влог. Андрюха квартиру снял на Airbnb. Опа, на, мы чуть себе тут... Где мы? Какая квартира, слушайте, посмотрите. Смотри, посмотри. Твоя? Или да, твоя? Да, так. Степуха упала. Так, сидим вот, значит, в квартире. Давай, Кости. Саня, передай привет. Всем привет. Скажи, подписывайтесь на канал. А как канал называется? Мне не говорил, Гоша. Ну, мы придумаем. Подписываемся на канал, который вязать думает. Все, спасибо. Встретились в Санкт-Петербурге. Марк, обувь зацени. Не доснимай, типа, зов, потом на нас переключай. Нет. Купаемся. Переход видео. Ну что, мужики, как вообще впечатление о Питере? Вообще клёво. Михаил Шац, 7 марта. Шац. Как, куда едем сейчас? Мы на первый этаж, дурак. А ты куда? Я уже приехал. Гоша, ты куда? Марку. Закончился концерт Димы Билана. Как тебе? Давай я покажу людям. Если бы не было этих людей, они меня стесняют. Да, посмотри.
3 часа ночи в Норильске, хотя Макдональдс, а Макдональдс закрыл, Сергей Иванович нам не открыл. Это Анастасия, смотрите, тут тоже Анастасия. Мы познакомились с Полиной. Сейчас для Никиты дойдем. Полина, оказывается, у нас кто? Кто? Откуда? Международные отношения, Санкт-Петербургский государственный университет. А вот Никита Поли. Не Полина это меня. Это мой личный агент. Твой единственный. По всем образом, обратите к нему, пожалуйста. Твой единственный. Да. Человек в твоей жизни. Андрей. Что происходит, я не понимаю вообще. Какая-то девушка по гребешке. Жуков, мой дружба. Никита, что ешь? Вкусно? Будешь? Нет. А Настя, что ешь? Я не ем. А, Полина, что поела. Ешь? Поели. Вы это во влоге же окажетесь на самом деле? Да. Все нормально, я попсиколу пью. Пить кто-нибудь хочет? Вода? Я. Никита, брат, мы куда сейчас идем? Макдональдс? Мы все. Смотри. Легавые. Мусора. Мусора, пидор. Влог. Мы в Питере. Время 5 утра. И мы все. Сегодня у нас заключительный день. Самолет в 4-6 утра. В 6 утра самолет. Мы до 3 часов что будем делать? А вчера что мы делали? А завтра что мы будем делать? Пущу. Сам наш влог. Давай, история о шести евреях, которые создали мир. Моисей сказал, все оттуда. Соломон сказал, все отсюда. Иисус сказал, все отсюда. Марк сказал, все отсюда. Фрейд сказал, все отсюда. А Эйнштейн сказал, братцы, все относительно. Поэтому давайте выпить. Да, относительно всех этого. Сегодня сегодня Софа Мамедова. Вот сейчас будет линк в Ютубе Софа, а не диван. Скажи пару слов обо мне. Быстрее. Время, эфирное время. Запертаечки и все, я больше ничего не буду говорить. Но у меня лучше. Окей, смотрите, какая компания, смотрите, им весело так вообще, втроем сидят. У них вкусно живут лучше. Принесите мне кто-нибудь рис. А Соф хочет рис, потому что у него в Майами нет риса. Марк, как ты, нормально? Сколько ты купаешь? Завис. Еще с нами Настя, замечательная Настя. Привет, передавай привет. Подписывайтесь. Настя, которая снимает сторис в Инстаграм. Типа, смотрите, я в квартире номер 8. Зеленым сидит. Классная рубашка. Помните, игра была Timberland, вот этот, который рубил дерево? Вот. Всем привет, это Критический Влог. Пойдем познакомимся с девочкой. Пойдем. Короче, мы вот здесь гуляем. Тусуемся. Да. Девочки, привет, это видеовлог. Мы сами немецкие. Как вам Санкт-Петербург нравится? Тоже немец. Ютуб-канал Калач ТВ, да, проводит социальные опросы. Вот. Так, дальше. Как вы думаете, как вы относитесь? Я гетеросексуал, я горжусь этим. Спасибо. Спасибо вам большое, да, спасибо, всего доброго, можете хорошего сидеть? Вечера. Что, выходные подошли к концу? Да, погодка нас радует к концу. Конец вот такой вот. А снег идет, а снег идет, меня куда-то приведет. Ну что, как Питер? Перед выездом в аэропорт. Я думал, мы не доживем, но мы дожили. Как тебе отель, в котором мы остановились? Уинвуд, не реклама. Неописуемо. Здесь бы... Охеренно. Не жить, конечно, но прожить. Некое время. Ты где сейчас находишься? Все это фигня. У нас приорит. Нет, и пиво. Ну что, мы уже снова на районе нашем. Сейчас воскресенье, 9 утра. А у нас воскресенье, да, 9 утра, и все закрыто. А мы поехали другой дорогой специально, чтобы
Я беру. Ты берешь? Ты не берешь, ты идешь, ты пошел уже.